two, three. Don't you ever be sad. Only know me when the times get bad. When a day comes and you are down in a river of trouble, I'm about to drown. But just hold on. Давненько волейболисты казанского «Зенита» не посещали весенний Новый Уренгой. Но нынешняя полуфинальная серия чемпионата России предоставила команде Владимира Алекно такой шанс. Утром 25 апреля «Зенитовцы» отправились на второй матч полуфинальной серии. Причем в Новом Уренгое уже была плюсовая погода. Но снега здесь еще, конечно, очень-очень много. Да и к приезду чемпиона России температура вновь опустилась до минус 15. Да нормально, мы сегодня приехали, там минус 13, минус 13, а на улице, в принципе, не холодно. Тут по суше, климат, ну, в принципе, нормально. Волейболисты «Факела» также прилетели в Новый Уренгой на днях и первыми вышли на опробование арены «Звезды». По составу никаких изменений мы не заметили, а вот игровые изменения в команде Камила Плача произойти должны. И в первую очередь, опираясь на последний матч, они должны коснуться подачи и приема уренгойцев. В казанском матче 21 апреля «Факел» был сильнее по цифрам в атаке и на блоке, но получил 13 пробоин с подачи «Зенита», уступив 0-3. Да и в целом игра была неплохая, в принципе. Насчет подачи, да, подача в нашу сторону был переезд значительный. Но если смотреть отдельный съем, блок, то мы в этих компонентах уступили в первой игре. Но подача сыграла главную роль. Тем не менее, уренгойцы проводят яркий сезон и намерены выполнить главную цель – завоевать медали и пробиться в Лигу чемпионов. Убойное трио Удрис, Клюка, Волков под управлением Игоря Колодинского, Яковлев, Шоджи и Камила Плача. Яркая и дерзкая банда готова повторить свой успех. Напомним, что «Факел» завоевал бронзовые медали клубного чемпионата мира и дважды по ходу этого сезона уже обыгрывал казанский «Зенит». Ну, на тот момент, когда... Да, может быть, не так были готовы к тому турниру, да. Сейчас все совсем иначе. Команда держит свой уровень, да, играет достаточно. Команда молодая, амбициозная. Есть кому что доказывать. Чем под конец сезона, тем уже понятное дело, что игры уже плей-офф, они не имеют права на ошибку, да, и тут уже все команды максимум от себя добавляют. Плюс хозяевам должна помочь свеженькая арена Дворца спорта «Звездный», который наверняка погонит уренгойцев вперед. Ну, конечно, она побольше. Вот. Единственное, свет у нас тут яркая арена дома. Плюс немножко есть свои нюансы. Что касается «Зенитовцев», то, одержав победу, ребята получили один выходной. Провели две тренировки 23 числа и уже 24 апреля отправились в Уренгой. В опробовании приняли участие все 14 волейболистов. Чуть больше внимания было сконцентрировано на подаче и привыкании к освещению неродной арены, а также отработкой элементов блокирования, которые очень важны в матче против команды со столь высоким съемом. Кто окажется сильнее, мы с вами узнаем, включив прямую трансляцию на интернет-портале tvstar.ru или volley.ru 25 апреля в 17 часов по московскому времени. Возможно, это у вас в городе уже плюс 20 и настоящая весна. Хотя в Новом Уренгое тоже достаточно тепло, всего лишь минус 13. Но у нас время подарков от волейбольного клуба «Зенит Казань». Наш сувенирный наборчик мы оставляем в непосредственной близости рядом с Дворцом спорта «Звездный», где завтра состоится второй полуфинальный матч. Камера, мотор. Подписываемся на ЗТВ. Приехали. Дом вроде этот. One, two, three. Don't you ever be sad.